Я хочу поблагодарить коллег, которые поддерживали вас, что вы смогли защитить свои дипломные работы на протяжении всего пути, зная, что для вас это своего рода ступень к успеху. Вы хорошо владеете румынским языком. На протяжении 2 лет студенты изучали тонкости румынского языка и культуры. Они рады, что успешно смогли сдать экзамены. Эмоции зашкаливают, конечно, у меня и у моих коллег. Мы подошли к финальному завершению, 2 года позади. Благодарим профессоров с Румынского университета Дунаре Денежос, факультет трансфронтальера за вклад, труд, знания, которые нам были переданы. Благодарны за каждый день, каждую лекцию, потому что все было поучительно и необходимо нам. Мы завершили 2-летнее обучение, эти 2 года были полны эмоций. Мы старались много работать, чтобы обучаться в университете Дунаре Денежос. В этот завершающий день обучения я чувствую радость от того, что у меня максимальная оценка по диссертации. Я с удовольствием учился в университете. Я очень волнуюсь, хотя этого и не скажешь с виду. Я завершил обучение очень успешно. И это прекрасно. Я советую другим обучаться в этом вузе. Он позволяет нам совершенствовать знания в сфере лингвистики. На протяжении 10 лет у жителей Юга Молдовы есть возможность обучаться в Галатском государственном университете Нижний Дунай в Румынии. Татьяна Ставилова, Григорий Ставилов, Вячеслав Коса, Ирина Резунец, ГРТ Новости.